не 2, да? Бля. Я погода. Мочил, короче, ботинок. Бля, а как не провалиться? Не знаю. Все не получится, да? А то без ноги ты вообще потом никуда не идешь. Утро начинается с того, что Леша тренит фэт. Видишь, надо переключаться. Веселое, но вот я говорю, видишь, колеса спущены. И плюс вот сколько здесь сейчас? Тройка, стройки. Ну, в принципе, можно стартануть из тройки. Но я всегда стартую. Да, я всегда стартую или с двойки, или вообще с нулевки. Вон уже, кстати, звезда отколол. Походу чуть-чуть. Зашли вы в лес. Да. То есть вот сколько мы. Сейчас я посмотрю по страве. Только мы дошли до леса, вон там дорога еще видна, только-только зашли в лес, и вот тут вот красота, снегу, да, снегу прямо на ветках, я не знаю, огромные такие рулетики из снега. Вот такая тропинка идет вперед, это халява, это просто халява, пока мы по ней будем идти. Так, сколько мы тут прошли, 2 километра от дома до леса у нас. Начинается самое приключение, потому что через какое-то время нам придется идти в снегу, ну, сколько тут, сантиметров, наверное, около 30 точно. Вот. Так что, я надеюсь, мы вернемся. Да. А прикинь, короче, к концу, когда мы будем идти, снега навалит еще больше, будем идти, короче, снег будет валить на нас. Ну и на шапках, да, еще. Да. Ну, в общем, короче, ждите продолжения. Где ты там отстал-то? Я перед деревней. В лесу красота. Елки вот замело прям по самые иголки. И снег валит, валит, валит. Вот мы идем уже. Сколько мы идем? Ну, где-то час мы уже идем. Температура стала теплее. Стало, наверное, где-то минус, наверное, 2-3. Да? Вообще комфортно, но снег валит. Тропинка такая. Совсем-совсем занесенная снегом. В общем, пока нормально. Пока идти можно. Чем дальше в лес, тем глубже снег. Тут вообще конкретно намело. Прям такие, как это называется-то? Когда варь... О, слушай, прикольно. Когда делают на костре зефирки, типа того. Снега, короче, блин, я не знаю, но 30-40 сантиметров. Вот такие вот здесь офигенные. Тропинку. На тропинку упали деревья. И здесь вот нам сделали проход. Люди. Очень красиво в лесу. Просто офигенно. Еще снега не было в этом году. Вот сейчас самый первый такой снег массовый, массивный, грандиозный. Все деревья зашли. Красота. Вот видно, сколько на бревне снега лежит, это на бревне, а на земле-то еще больше. Круто. Вышли мы из леса на ЖД. Я сопрел, осталось тепло, снег просто валит безумно. Прошли мы где-то километров, наверное, 6-7, первая остановка. Сейчас будем снимать кофты и идти в одних куртках, потому что очень жарко. Леша уже похмеляется. Куда? Шли мы долго через дачу, километра 2, наверное, дач. Вылезли наконец-то из дач. Приближаемся к лесу. И скоро у нас будет небольшой уже, наверное, обеденный перерыв. Чайку попьем. Лес, 500 метров, наверное, километр. Там есть полянка, где можно посидеть и слегка отдохнуть. Это, наверное, десятка уже будет времени по километражу. И кофты мы еще сняли, потому что снег валит. Где-то на улице, значит, минус 3. Стало очень жарко, я сейчас подойду, на мне тоненькая куртка.
и снизу термобелье. И все. Потому что фриску я уже снял. Пока что тропинка. Тропинка еще есть. Деревья так интересно, как будто они от ветра наклонились. А на самом деле это снег. На них так падает. Такой прикольный зимний лес. Зашли мы в лес. Самый красивый лес, который поблизости у нас есть. Дороги нет. В прошлый раз хотя бы след снегохода был. Половину маршрута до просеки. А сейчас все замело. Приходится очень медленно идти, тратить больше сил. Ну зато красота. Везде снег. Если вот сейчас это все с елок начнет падать, будет вообще здорово. Обалдеть. Елки, сосны, вот такие вот клевые арки из деревьев. Красота. И такая собачья какая-то тропинка. Не волчья, я надеюсь. Такая убегает вперед. Это вот фоткать, наверное, прикольно. Такие следы. Чисто следы. И снег, и прям белым-бело. Да, смотри, как ярко становится. Мы выходим к поляне. Обалдеть. Настоящий зимний лес. В Твери. Просто в Твери. Реально настоящий прям. Бля. Все, я на себя обратил. Весь я тебе. Как Дед Мороз. Красота. Просто, просто вот настоящий восторг. Вон еще одна арка из деревьев. Вот это вот настоящий восторг. Выбраться. Ух ты, блин. Вот вот глубина снега. Да, вот я стою. Вот это не едем. А здесь вообще нет колеи. На машине сюда. Только на каком-то очень крутом джипе забраться. Вот она, поляна. Поляна, где можно отдыхать. Там вот есть столик. А собачьи следы уходят дальше. Мы по ним сейчас продолжим свой путь после обеда. Фух. Ну, не по колено, но реально по голей. Да? Я иду. Сейчас сядем, чайку попьем. Пока что впереди собачий след еще идет, и лес начинает сгущаться. Такой здесь он буреломный, страшный черный лес. Пообедали буквально 10 минут, потому что дальше здесь уже прохладно. И самая приятная новость то, что снег закончился, стало еще теплее, снег уже стал сырой, но зато он, по крайней мере, с неба не идет. Теперь он здесь вот такой вот на деревьях. Сейчас попробую. Ё-моё! Да, кстати, я забыл, здесь справа и слева колея от грузовика. О, вот здесь мы проваливались тогда. То есть идешь, здесь лед. Ёпта! Видишь? То есть он реально тонюсенький слой, да? И дальше пустота.
если с середины дороги наступаешь, то просто проваливаешься. Так неожиданно, потому что он тонюсенький совсем. Вот, предстоит нам сейчас бурелом. Где-то километра два бурелома. И выйдем на просеку. Сейчас, потом я вам покажу, как это. История о том, что кто в городе живет, тот, попадая на природу, боится природы и всякие непонятные вещи. Упадет вот это дерево вот с такой вот, я не знаю, как это назвать, основанием, с таким вот крепежом, или нет, стоит под ним проходить или нет. Я предлагаю быстрее пробежать. Да, ну вот начинается бурелом, километра 2-3 по бурелому нам идти. Вы сами видели, как тут деревья падают. И очень прикольный вот этот снег, как зефирки на палочках над костром. А собачий след продолжается, то есть, видимо, он прям до деревни идет. Интересно, что тут собака бегала одна, без хозяина. Пока у меня там камера заряжается, вот так вот мы идем. Вот это дорога называется. Вот это я иду по колено. Вот это Леха еще не спустился в эту яму. А вот оттуда, вот с тех бревен, мы пришли, там их перевязали вообще по пояс. Вот такие походики лайтовые подарили. Проваливается так. Идет. В принципе, идти можно. Снег пушистый, он еще не замерз. Скорость только медленная. Ну, вообще, вот, прикольно. Осталось нам совсем чуть-чуть по бурелому, и мы выйдем в кругу. Давай, иди прокладывай дорогу. Я тебя запущу, как ты идешь. Вот. Вот примерно вот так. Пешие прогулки по Твери области происходят. Вот такие проталины. Вот такие проталины снегу. Течет ручей. И вон этот пруд. Вот оттуда течет вода. Вот, вот оттуда. Здесь огромный такой пруд. Раньше Бобер жил. И вот он дальше, дальше, дальше этот ручей туда уходит. Мы сейчас идем. Под нами блять, сука, да, провалился я под воду, пиздец, замочил, короче, ботинок полностью, это пиздец. Давай перепрыгивай, здесь уже твердо, блин, вода попала в ботинок, да, причем у меня термоноски, так что сейчас он высохнет. Единственное, что теперь останавливаться. Останавливаться теперь не получится, да. Вот так я лоханулся. Так, все, сейчас мы выходим на дорогу, наметенную снегом. Бля, бля. Так, я второй раз провалился. Нет, стараюсь ухать. То же самое первое.
В общем, на болоте провалился я, ну не по колено, а вот так вот. Полностью замочил, вон, видно грязь болотную. Полностью, блин, все прилипло. Туда вода попала внутрь. Но благодаря термобелью и термоноску вся влага у меня из ботинка вышла. Мы уже сколько, где-то час идем. В принципе, внутри уже почти сухо, уже почти нога высохла. По крайней мере, мне не холодно. А вот снаружи, конечно, вот это все замерзло. Вот, и это теперь до дома не оттает. Так что пользуйтесь термобельем. Пришли мы из леса. Последний у нас привал. И где-то через час мы уже выйдем из леса полностью, сядем на транспорт. Сейчас пока вот у нас тут прием пищи. Опять мы переоделись в теплую одежду сухую. У нас куртки сохнут. Такой вот у нас тут домик. Уютный, сидим на пенках. Самое главное брать с собой пенки обязательно, чтобы не на холодном сидеть. Вот. В общем, прикольно погуляли. Последний у нас, да, марш-бросок, я надеюсь? Короче, километра 3 нам. Ну, где-то за час мы точно дойдем. Сядем уже на транспорт. Так что, да, всем пока. Может, поделись, шкуру не убить, не убить. Вот она, дорога до дома. Шикарная, почищенная грейдером дорога. Нам осталось километра 2. Сытые, довольные, и очень тепло, и красиво, и вообще офигенная погода. Погуляли. Километров, наверное, 15-16 у нас получится. Из них процентов 30 просто вот по снегу, по колено практически. Достаточно быстро мы прошли. Хорошо. Хорошо в лесу зимой и летом тоже.